400 миллионов рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи получит в этом году Югра из федерального бюджета. В целом на здравоохранение в округе выделяется денег больше, чем в любом уральском регионе. Благодаря такой финансовой поддержке в прошлом году открыли онкологические и офтальмологические центры в Ханты-Мансийске. В марте противотуберкулезный диспансер в Сургуте. Однако медучреждениям по-прежнему не хватает врачей, медсестер и санитаров, что в свою очередь сказывается на качестве медицинских услуг. И самая большая проблема у нас, мы видим, это по врачам, по количеству врачей. И то, что больницы строить можно там за 5 лет, хорошее. Оборудование за год можно купить. Медицинского работника, врача хорошего, там лет 10 минимум. У нас с вами нехватка как раз и учебных заведений медицинских. Вот программа есть по привлечению с других территорий. И зарплаты у врачей достаточно серьезно поднимается в последние годы. Ну, всю эту проблему вот как раз с врачами они за год.